Начнем. Очень неказисто, конечно. Хотя, вы знаете, в принципе, если поправить там, ну и так далее, и тому подобное, да, это можно превратить в какой-то надлежащий вид, но подозреваю, некоторые сложности все-таки с этим возникнут. Так, как же тебя открыть-то? Значит, ребят, что это такое? Это очень великолепного качества игрушки. То есть, это вот, в принципе, на самом деле, достаточно какая-то известная фирма в узких кругах, китайская. А местами они доходят прям, ну, до каких-то вообще вот безумных стоимостей. То есть, там, когда вот одна вот такая машинка может стоить там порядка 1000 рублей. Это очень много, так быть не должно. Значит, их отличительная особенность в чем? Они имеют полный привод. То есть, если ее отправить, она будет кататься как безумная. А я не думаю, что это в распаковке, в общей распаковке будет интересно. Поэтому, ребят, правый верхний угол, там значок «Информация». Открываем этот значок, смотрим ссылку на раздел «Товары детям», переходим и более предметно, если интересно, да, смотрим про эти игрушки. Вот, игрушки просто я их ждал, они мне очень нравятся. Завтра я буду их запускать и снимать более предметно. Итак, ребят, давайте поближе посмотрим, что у нас из себя представляют игрушки. Значит, набор полный. Купил я его, ну, как-то до безобразия дешево. Насколько помню, что-то в районе там 1000 рублей, если не ошибаюсь. Значит, что мы имеем? Мы имеем самосвал. Да, две позиции у него у ковша. Мягкий ход. Мы имеем бетономешалку. Также две позиции. Ну, по идее, немножко вот даже сама бетономешалка крутится. Мы имеем трактор, на который можно цеплять прицеп. И мы имеем безумное количество вариантов, да, то есть ковш крутится вокруг себя на 360, и точно так же можно там вот передним ковшом крутить, вертеть как угодно. Особенность этих машинок, о, вы знаете, прям вот со щелчком, ну, совсем хорошо становится. Особенность этих машинок заключается в том, что они имеют полный привод. То есть, если мы начинаем делать, то крутятся все четыре колеса, и они ездят, ну, прям вот вообще как бешеные. Давайте попробую вам показать этот бешеный заезд. Как раз немножко на балконе разобрал, чтобы было видно вам, да? Ну, начнем с бетономешалки. Продолжим с самосвалом. Скользко ему получается на моем полу, к сожалению. Поверьте, на Паласе совершенно иначе ездит. Здесь прям какая-то некая пробуксовка происходит. Видите, какой пробуксовка, он там уезжает. На самом деле классные игрушки, сделаны очень хорошо. Сейчас даже позову Владимира Михайловича, посмотрим, как он к ним отнесется. Вова! Вова! Владимир Михайлович, здравствуйте. Да бросайте вы мячик, Владимир Михайлович. Смотри, что у тебя есть. Это то, чего тебе не хватало. Что ты от меня убираешь?
Ну, ты доволен? Ребят, Владимир Михайлович явно доволен. Единственное, что ему не хватает, это еще двух рук, чтобы в них удобнее было машинки класть. Потому что машинок 4, руки всего 2. Счастье, по-моему, некоторые он испытывает. Поэтому пойду я с ребенком играться. С вами до скорых встреч.